Для 8 тысяч выпускников Якутии прозвенел последний звонок. Торжественные линейки прошли во всех школах, лицеях и гимназиях республики. В частности, сегодня песнями, танцами и напутственными словами во взрослую жизнь проводили выпускников Якутского городского лицея. В этом году заведение выпустило более 60 учащихся. Как отметили учителя, праздник «Последний звонок» означает не только окончание школьных занятий, но и одновременно начало экзаменов, которые стартуют уже на следующей неделе. Дайте вы скоро школьный дом. Этот день как бы является, так сказать, плодом всех моих 11 лет мучений в школе. Вот. Хочется плакать и радоваться, потому что ты расстаешься со своими любимыми одноклассниками, с которыми ты учился очень долгое время. Первый экзамен на следующей неделе, но мы готовились на протяжении всего года, и поэтому я не чувствую особого волнения. Ну, думаю, мы все сможем, все сдадим.